Пам 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 Харухи. И я. И это. Стоп. Да, показалось. Это четвертая часть. Это уже четвертый. И смотрите, кто со мной. Кто? Кто тут? Фрося? Ну-ка, повернись. Не повернется. Ну-ка. Повернемся, значит, мы. Фрося. О, Фрося. Она увидела вас. Это опасно, правда, Фрося? У нас с Фрося очень теплые отношения. Очень. Она вот сидит на мне и вся такая. Прям вообще. Итак, к чему Фрося убегает? Испугали вы Фрося. Вы злые фанаты, вы злые, обижаетесь. И на меня обиделись. И я приношу искренние извинения. Лили. Лили, прости меня. Я постараюсь больше так не... Сейчас слово забыл. Ну, короче, не делать, ладно. Я... Прости меня. Привет тебе, Лили. Отдельный привет. Это твой выпуск. И Фросин. Твой и Фросин. Все, понимаешь? Чисто твой. Ну и Харухи есть на заднем фоне. Ну, она там всегда есть. Пока я здесь сижу. Кстати, забавно, что это же четвертый день, как бы. Я... Ну ладно, не важно. Я слышу мелкую. Наверное, следующая часть будет мелкой. Я уверен, что за день она дойдет до сюда. Но эта часть твоя, Лия. 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 Привет тебе. Прости. Ну, прости. Я вообще такая падла, короче, я. Это часть самобичевания, по-моему. Ну ладно. Мне... Ну, там... Ну ладно, не важно. Все в целом. Это выпуск был чисто для Лилии, чтобы она услышала мои искренние соболезнования. Да, прости. Привет, Алена. Ну, нельзя тебе привет. Все, это выпуск Лилии. Чисто ее. Молодец. Хорошее имя у тебя. На самом деле хорошее, действительно. Мне нравится. Просто мне сложно произносить, а так замечательное имя. Не знаю, как полностью будет. Это, кстати, интересно. Скажи, как будет полностью. Напиши вот сюда, в чат. А, не видно его, да? Чат моих фанатов. Я не хочу, чтобы их стало двое. Мне тогда придется искать 998, а слишком много. Ну, так что, надеюсь на вас, ребята. Вы мое все. Давайте. Успехов. До новых встреч. Уй.